Всем привет! Вы на канале «Заработать в интернете», и в этом видео я вам хочу предложить зарегистрироваться на двух новых биржах, которые раздают деньги абсолютно без вложений за регистрацию и за прохождение КИС, верификации, подтверждения своих данных. Как пример, это была биржа Binance, которой, кто раньше проходил регистрацию и верификацию, получил свои токены BNB, и если бы он их не продавал до этого момента, а это прошло, наверное, уже 3 или 4 года, точно не знаю, он бы был бы миллионером. Также биржа CoinsBit когда-то раздавала свои монетки в токенах. Кто зарегистрировался, прошел верификацию, приглашал друзей, партнеров, также здесь заработали в CoinsBit. В CoinsBit я знаю как минимум двоих блогеров, которых я смотрел, они более $1000 вывели с данных бирж абсолютно без вложений. И сейчас вот запустилась американская биржа, да, у нее тут иногда были проблемы с регистрацией, не знаю, что это вообще за биржа, здесь предложение ограниченное, она здесь за регистрацию и прохождение верификации дает 300, точнее 3000 монеток вот этих AC, которые в дальнейшем будут стоить $700. Сколько она будет эти монетки раздавать, я точно не знаю, но подробное видео выйдет немного позже на моем канале. Кому это все интересно, ссылка будет в описании. Переходите и проходите здесь регистрацию. И чтобы получить вот эти монетки, нужно обязательно верификацию. Это везде. Также запустилась вот вторая биржа, это украинская. Эту биржу запустили два человека, два предпринимателя. Также у нее вот есть уже спонсор. Вот айбоксы, это автоматы, которые стоят по всей Украине. Здесь также будет подробный видеообзор про данную биржу. Здесь у одного человека в Инстаграме 1,4 миллиона подписчиков. У второго человека, который запустил эту биржу, 1,8 миллионов подписчиков. Оба они толковые ребята, предприниматели, они оба запустили вот эту вот прекрасную украинскую биржу, которая нам за регистрацию и верификацию, вот даже здесь показано верификацию проходить, дает нам 500 гривен, это порядка $20. Кому это все интересно, ссылки будут в описании, и подробный обзор также будет в дальнейших моих видео. Эта биржа вот здесь как пишется легально, качественно в Украине. Это будет, наверное, одна из мировых украинских бирж, которая только будет существовать на рынке. Ну, там, конечно же, посмотрим. Также, друзья, кто ждет данного запуска, 5 миллиардов, осталось 5 дней, здесь также нужно будет проходить верификацию требования КИС. Но это везде, на всех популярных компаниях все требуют прохождения верификации. Так что если кого это все пугает, то лучше, ну, я не знаю, не зарабатывать тогда в интернете, ходить отсюда. Меня это ничего не пугает, мне не страшно, так как я уже это уже делал, не знаю, тысячи раз, эту верификацию проходил и зарабатывал деньги. На этом у меня все, всем желаю хороших заработков, всем хорошего дня и всем пока.